Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад у Алёнушки». Сегодня мы создаем сами себе предновогоднее настроение и приобрели вот такую искусственную литую елочку силиконовую. Ее ветви повторяют лапу живой елки. Нам очень она понравилась. Высота ее 1,80 м. Цвет у нее темно-зеленый. Очень большое преимущество, главное, это елки, простота в установке. Ее с легкостью можно собрать, потому что она состоит всего из двух частей. Вот такая елочка. В этом году мы первый раз ставим искусственную ель, потому что каждый год мы ставили в основном живые елочки. Но так как в этом году у нас проблемы приобрести хорошую елку, как-то выбор плохой, да и продаж в основном почти нет у нас, поэтому решили купить и искусственную, и больше не заморачиваться с покупками каждый год, с поисками хорошей живой елочки. Поэтому вот такая у нас новиночка. Посмотрите, какие хорошие, как настоящие лапы этой елочки, как будто настоящие иголочки. Очень даже издалека вообще смотрится как настоящая, да и вблизи, если рассмотреть, каждую ветвь смотрится очень красиво. Сегодня мы будем ее украшать в золотом цвете, что получится продолжением этого видео. Вот такая, друзья, красавица у нас получилась в сочетании с елочкой. Я оставшуюся гирлянду, которая у нас оставалась, украсила немного стол Назаров, письменный, рабочий. И вот так смотрится теперь вот этот уголок. Вверху звезда. Различные у нас тут игрушки. В основном все новые, но есть и старых запасов. Также я шила вот такие бантики из ленты. Ленту покупала в рулоне в фикс-прайсе. А есть бантики вот в таком золотистом цвете. Также есть бантики в бело-золотистом цвете. Я думаю, что вместе с игрушками, с бусами, не люблю мишуру, не люблю дождик, когда висит на елочке. Поэтому лучше побольше игрушек. Вот в таком золотистом цвете получилась наша елочка. Бусы тоже золотистые. На бусах есть колокольчики. Вот такие маленькие. Сейчас, конечно, очень много игрушек предлагают нам продавцы, но когда сделана игрушка собственными руками, даже бантики и то, елочка смотрится уже по-другому. Есть такая вот мне игрушка, которую я каждый год вешаю на елочку. Это подарила моя подружка Олечка. Оля, спасибо большое. Вот такая игрушка каждый год висит у меня на елочке. Есть необычные домики красивые, вот такие интересные. То есть много различных игрушек можно сочетать недорогих, вот такие колокольчики. Я думаю, получилось неплохое сочетание золотистого цвета вот с таким золотистым дракончиком, который будет украшать наш новогодний уголок. Это, конечно, только начало. Будем далее создавать новогоднюю атмосферу. Хочу сделать в комнату входную зону. Есть задумки. Обязательно вам расскажу и покажу, что новенького хочу сделать в этом году. Ну что, друзья, день второй. Я занимаюсь сборкой вот такой арки из хвои. Это хвоя настоящая, можжевельник. Заходишь в жилище, в дом, сразу чувствуется запах Нового года, аромат хвои. И это очень, конечно, чувствуется по-другому, чем искусственные ели, либо арки, либо какие-то украшения. Собирала я вот такую арку из маленьких веточек, потому что жалко было обрезать большие ветви, и получилась вот такая у меня входная зона. Украсила оставшимися бантиками, гирляндой, бусами. Я думаю, получилось неплохо. Оцените мои старания. Понравилось видео?
ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю мира, добра, здоровья. До новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока!